Поки російська пропаганда розповідає, що РФ нібито освобождає Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав. Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір'ю. Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб не світитися у соцмережах. Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою. Окупант служить у 2-й гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою Збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві. Харкові там, где-то, я не знаю, идут ожесточенные бои, потом, ну под Харковом где-то. Угу. Потом там возле Донбасса тоже ожесточенные бои идут. Ну и вот хотят же, что вот это же все никак не возьмут, Азовсталь. Ну что, да, возьмут. Путин же сказал, химические войска призовет. Какие? Химические. Как мы между собой общаемся, говорят, надо всех убивать. И детей, и женщин, и всех подряд. Кто сказал? Ну, неважно, кто сказал. Всех надо убивать, всю Украину надо вытравить просто. До самого Львова. Ну, планета... Знаю, находится, все надо вытравить, чтобы этой страны вообще не было на карте земли соответствующей. Это не они, это их такими сделала США. Это они против нас там замышляли давным-давно все. Ничего. Они хотели войны. Это не украинцы. Это эти. Ну, не понял. Ничего, мы воюем с кем? С Украиной? Украиной. Ну ничего. Будет бой. Я сделаю то, что я хотел. Я им все просто подстреливаю. Все, что можно. Что сделаешь? Все отстрелю. Главное, их хозяйство отстрелю и все. Самое главное, что у них есть. Пластику на лбу нарисуют ножом. Я специально, я лично им нарисую. Жалко, флага украинского нет. Я бы его спалил бы. Снял бы на камеру, потом выложил в интернет, как приехал.